Добровольцы. Так, нужно ходить быстро. Ты не годишься, наверное, сильно поэтому. Там не на велосипеде. Так, едешь? Так, говори. Вот никогда ты не берешь меня. Я всегда желаю, а ты не берешь. Вот и есть. Сказали, удивительно сказать, прямо. Благословен Господь. Я быстро хожу. Не ходишь быстро. Так, Татьяна, ты едешь? Да, еду. Давай-ка сюда. Татьяну возьмет, а меня нет. Вот так, Люба, подожди. Ну почему ее не берешь? Она вот уже 50 лет проповедует, и институт философии поступил, филологический. Благодарю. Правильно говорит, красиво пишет. Благодарю. Ну почему не берешь? 24, 38, 60. 90% подсказок. Я тебя в советники брал, и ты благовестник разве? Не, ну, прошу встать на место. Пустой разговор. Она спрашивает, почему не берешь? Ходатайств мне не надо. Нет, я самовластно действую. Объяснить можно собрание, почему не нужно берешь? Здесь, не нужно говорить. Кого брать я решаю, не ты. Мама. Так, что хотела? Так, ну, причина отказа-то можно сказать? Так, я сказал. Ремарки все прочь. Ничего ты не сказал. Почему я не берешь? Я сказал, здесь жарко командую будет, и я. Все, ну объяснить-то можешь. Не надо объяснять, потому что я знаю, кого посылать. С кем на пару. Ну, даже ну, нельзя. Ну, даже не езду, знать, не знаю, я знаю. Я знаю. Ты объясни, почему. Павел, не бузи. Доходчиво объясни, все. Так, с тобой в машине поедет. Так. Я, если он приедет. Мы можем ситуацию изменить, если они не приедут. Так, Витя, вот вы четверо, да? Вот вы четверо, Витя, ты с ними едешь. Вот, вот как вы стоите, вот это четверо. Это твоя команда. Если они приедут, сколько у него в машине мест? Также пятеро. А? Также пять шофером. Шоферы четыре места. Саша, я еду. Так, четыре. Мне нужен один взрослый еще. Один. У нас Володя остается с лагерем. Так, взрослый один. Кто хотел бы поехать? Я, Игнатий. Хорошо. Хорошо. Мы вернемся вовремя. Так, и у него в машине еще остается два места. Дети, кто хотел? Я. Так, я. Анфиса. Можно я? Так, это на тот случай, если они приедут к 11. Так, ты просилась? Угу. Ника. И я тоже. Так, вот понимаете, больше-то, наверное, нельзя. Вот нет, все, наверное. Их двое. Вот. Ну а, кого? Даже двое много. Мне же самой решите, кто пойдет. Ну, договоритесь. А, давай. Знаете, там же их еще двое. У вас уже команда. Как? Ну, Женя, гости, вас трое. Все, пять человек больше он не возьмет. Пять человек всего с шофером. Одного брать только? Да, один только получается. А меня? Ну, все, уже отпало. Все, мамочка. Все, так, ставь сторонку. Знаете, Игорь. Один жест в стороне. Тут только послушание должно быть. Так, пока беру одну, она всегда спрашивала. Алексей хотел сказать. Я могу машину взять тогда. Да нет, там село маленькое. Нет, просто с ними вместе, и будешь, может быть, с нами в машине, я буду беседовать. Хорошо. Так, подойдете, Игорь, во сколько отъезжаем? Ну, в 11 давайте. В 11 уже отъезжаем, чтобы минут на 5 пораньше. Мы загружаемся около Скворечника, где я нахожусь. Ко всем вопрос, кому нужны сухари? Я зиму сухари сушил. Так, ну, осенью, если сидите, я еще дам, кому дал. Так, кто думает, нужна нам встреча с этим человеком, режиссером,